не говорим, что мы пытаемся занять чье-то место, да, великих. Мы с уважением, с диким уважением, с потрясающим уважением к старшему поколению относимся к тем людям, которые ваяли историю Большого театра, да и вообще, в принципе, в мире. Но просто тоже, знаете, иногда не хочется и себя обесценивать в какой-то момент, потому что, ну, да, мы танцуем те же спектакли, но мы не говорим, что мы лучше, чем оригинал. Конечно, нет, безусловно, и поэтому. Но все равно балет движется, он развивается. И я думаю, мне интересно посмотреть вообще, куда он придет, потому что, безусловно, в какой-то момент у меня даже у самого были мысли о том, что, ну, наверное, мужской танец вымрет, потому что очень мало... Ну, потому что мало... Мало, скажем так, вокруг мужского танца разговоров и, понимаете, вот это вот завлечение. То есть детей. Вот в моем понимании должно быть больше разговоров о том, что это достойная профессия. Это непростая профессия, как многим кажется. Потому что многие думают, что, ну, что мы приходим там подрыгаться. А это, извините меня, такой труд, который не каждый выдержит. И психологически в первую очередь, даже не столько физически. И поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы больше о мужском танце говорили. Потому что, понятное дело, что любая мама и там папа мечтает, чтобы дочка была балериной. Да, ну, как бы вот этот образ балерины, да. Она в пачке, да. Рюшечки, там, диадем все прекрасно. Ну, да. Как бы, а парень-артист, ну, там, ладно, артист, а как это еще любимое слово у всех, балерун, ну, вот, но это вообще какое-то типа того, ну, вот, а, ну, нет, вот вообще не соглашусь ни разу, это одна из достойнейших профессий, понимаете, воплощать на сцене образы Спартака, Ивана Грозного, Печорина, Онегина, принцев, это, ну, это, извините меня, это очень круто. Я иногда узнаю, а сколько там ребят, например, ну, парней ходит заниматься в академию, он говорит, ну, надо, ну, у нас один класс, там, 7 ребят. Ну, что такое 7 ребят против 40 балерин, которые там растут, понимаете? Ой-ой-ой. Понимаете? То есть это нужно как бы... Это действительно нужно этим заняться, потому что страна большая, талантов много. И когда вот я был членом жюри на телеканале «Культура», большой, маленький, то есть там потрясающие парни приходили. Ну, из Ростова, я помню, хороший парень был. Там еще из Якутии. То есть, ну, как бы таланты есть их.
то до свидания, дорогая, еду за частушками еще. Еду я, еду за частушками еще. Барыня, сударыня, барыня, барыня, барыня.